Дорогие зрители, добро пожаловать в программу «О жизни». Меня зовут Мацула, я живу в Москве, я старший пастор церкви «Слово жизни» в Москве. Но сегодня мы в Норвегии. Мы на ферме, где я жил 30 лет назад с моими родителями. И отсюда мы будем послать тогда нашу программу к вам сегодня. В этой программе мы будем разговаривать с моей сестрой. У нее, я верю, очень интересная жизнь. Она очень активная, она работает в нескольких местах. Но как у всех, у нее были хорошие дни и непростые дни. И когда она рассказывает о своей жизни, я уверен, что у нее есть что-то, говорит, которое и может утешать и ободрять нас там, где мы находимся с Господом сегодня. Что давайте познакомимся. Это моя сестра Нинни. Много в Москве знают ее, потому что она была у нас в гостях несколько раз в России. So, Nini, добро пожаловать. Ты была в России, в Москве много раз. Тебе нравится Москва? Я очень-очень люблю Москву. Но сегодня мы у тебя в гостях. Да, у меня. Здесь вот ферма, где живут наши родители. Здесь и я жил довольно долго. Тогда у нас было много овец. Да, все верно. Около 130 овец у нас тогда было. Но сейчас нет нисколько. Да, сейчас нет. Но сейчас ты живешь здесь со своим мужем, и дети приезжают, навещают тебя. Они уже все работают или учатся в других местах, верно? Да, все верно. Но животных уже нет. Есть только собаки. Ты всегда любила собак. Да, у нас всегда были собаки. Это немецкая овчарка. А это ее дети. Папа там в сарае. У нее было 10 щенков. 10. Но собака ведь не только для того, чтобы она сидела рядом с тобой на диване, но они с тобой зимой возят сани. Да, а летом я беру их с собой на прогулки в горы. Они любят быть на природе. Да, любят. Они сильные и очень любят ходить в горы. А еще есть лошадь, верно? Да, лошадь. А она где? Здесь, на улице. Как зовут лошадь? Ригла. Пойдем поздороваемся. Давай. Вот Ригла. Да, это Ригла. С лошадьми тоже интересно. Да, с ними интересно. Детям особенно. На ней можно покататься. Она очень спокойная. Детям вообще полезно жить в доме, где есть ферма, правда? Да, им очень хорошо здесь. Быть близко к природе. Да, правда. К животным. Да, здесь свобода. Здесь такие просторы. Ты тоже любишь просторы, правда? Ходить в горы, катаешься на каноэ. Да, каноэ — это мое новое увлечение. Новое увлечение? Да. Давай посмотрим на каноэ. Давай. Итак, вот каноэ. Да, мое новое каноэ. Я очень горжусь им. Понимаю. Оно ведь для озер или не только? Для рек, но для горных рек. Оно для спокойных вод. Оно идеально подходит для бабушки. Мини-бабушка. Ты думаешь, бабушка сможет ходить на каноэ? Да, конечно, у нас современный век. Современный век, да. Вообще, мне кажется, что люди здесь в Убдале именно этим и отличаются, что они очень активные. Да, любят активный образ жизни. Да.
не перестают заниматься своими делами. Да, пользуются возможностями и зимой, и летом. Здесь много есть чем заниматься. Здорово. Цвет такой удачный. Легко найти тебя по этому цвету, если где-то потеряешься. Да, поэтому и выбрала такой. Ну, давай сядем и поговорим немножко о жизни, о том, что происходит, о верности Господа. Когда Бог создал человека, Он создал его, чтобы любить его и общаться с ним. Это именно то, что Бог хочет. Как верующие, мы, конечно, ходим в церковь, и мы должны это делать, чтобы там поклоняться Богу, принять Его Слово. Но Бог хочет тоже встретиться с нами, когда мы одни, когда мы дома, в тайном месте, Библия говорит. И именно там, по-другому, я могу пережить Бога и расти в понимании, в любви с Ним. И когда мы говорим, что мы любим Бога, что мы общаемся с Ним, молимся, то, что хорошие новости, это то, что все это может расти в нашей жизни. Это мое желание, что когда люди читают эту книгу, что они еще больше хотят быть в Божьем присутствии и общаться с Ним. Дорогие друзья, добро пожаловать на Евроазиатскую конференцию веры здесь, в Москве, для пасторов и лидеров. В этом году у нас будет тема «Строим церковь». Будут международные гости, конечно, гости из России. И у вас будет возможность посетить собрание и много различных мастер-классов и семинаров по теме лидерства, пасторского служения, молодежного служения, детского служения, медиа и так далее, и так далее. И смысл всего это, чтобы мы развивали свою способность строить Божью Церковь. Мы проводим нашу конференцию уже более 20 лет. И мы бы хотели, конечно, чтобы эти конференции реально помогли вам. Мы хотим говорить о вещах, которые важны для вас, и вещи, которые помогают вам дальше в вашем служении. Обязательно зайдите на наш сайт, адрес которого вы видите на экранах сейчас, и ознакомитесь с 30 мастер-классами, которые мы приготовили для вас. Обязательно зарегистрируйтесь, потому что мы можем принять только 1200 гостей, и все. Что приезжайте к нам в Москву с 24 по 28 сентября этого года. Добро пожаловать! О, я чуть не забыл. Обязательно планируйте тоже остаться на 28-го воскресенье. Тогда вы можете отпраздновать с нами наш день рождения церкви. Увидимся в Москве. Мы знаем, Мани, что многие люди смотрят эту передачу, которые тоже прошли трудные времена. Можешь ли ты что-то еще сказать, как проходить такие трагедии? Да, я думала после аварии, может быть, это может стать дверью для меня во что-то новое. Не только концом. Библия говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. Да, я познакомилась с новыми людьми. Стала ездить с детьми. Сильное желание появилось помогать людям. Ездить со школьными группами. Начала учиться. You started an education. Учиться? Yeah. What kind of education? It's an education to be a pilgrim. Да, теперь я изучаю профессию сопровождающего в паломнические походы.
mountains. Yeah, because there is a route here yes. across these mountains, old pilgrim route where people they went to holy places yes. and now they picked up again. Здесь есть интересные маршруты. Groups of people are being guided by someone, you know, through these mountains. Ты учишься, чтобы водить по ним людей? Yes. To do that. Yeah. Здесь большая история, и это что-то уникальное, важное. Можно пережить что-то сильное, когда идешь с определенной целью и задачами. Ты хороший лидер. Ты решила заполнить пустоту после аварии? Да, заняться чем-то новым. Я стала делать то, что раньше никогда не стала бы делать. Это приносит новые знакомства тоже. Твое желание благословлять людей росло и развивалось? Да, точно. Когда такое переживаешь, когда теряешь детей, ты потеряла ребенка в аварии? Да. Тогда у меня есть особая способность. Когда встречаешь людей, ты не можешь много им сказать. Понимаешь, через что они проходят. Я думаю, я могу им помогать. Могу говорить то, что другие не скажут. Когда я потеряла Даниила, я так сильно переживала. Я говорила, что никогда не буду счастлива. И мне позвонила одна женщина и сказала, «Будешь». Никто больше не мог такие слова сказать мне, но она сама пережила ту же трагедию, и она могла говорить эти слова, что я снова буду счастлива. У тебя есть ценный опыт. То, через что ты прошла, теперь у тебя есть возможность утешать других. Да, надеюсь. Я хочу пройти по тропе паломника. Да, ты пройдешь. Расскажи про тропу паломника. Это однодневный поход. Время, когда мы можем общаться, разговаривать, читать Библию, молиться. Ночью мы спим в доме, в горах. Чудесное переживание. Да, очень особенное. Спасибо большое, Мани. Так здорово услышать от тебя, что Бог может обратить наши трагедии во что-то хорошее. Когда Нине рассказала свою историю, я думаю, что есть много из нас, которые чувствовали, что у меня тоже есть история, похожая эту. Потому что у всех нас есть вещи в жизни, которые мы бы хотели, чтобы это случилось, но все равно это часть нашего прошлого. Но это удивительно тоже для меня видеть свою сестру, потому что я видел, как глубоко она была, когда она потеряла своего сына, или после этой аварии. Но я видел тоже, как жизнь возвращалась. И важно знать, что это тоже часть Библии. Наш Бог, Он такой, Он спаситель, Он целитель, но Он тоже тот, который восстанавливает, даже когда мы не думаем, что это возможно. Сестра моя сказала, что было время, когда она думала, что я никогда не буду рада. Радость не будет в моей жизни после этого. Но она ошибалась, потому что
Бог все равно, Он больше всего этого. И Он способен дать новую жизнь, восстановить нас, даже когда, может быть, мы сами не верим в это. Если у кого-то из вас есть вопросы, напишите нам, пожалуйста. Или, может быть, у вас есть свидетельство, или вы просто хотите что-то рассказать нам, делайте это. Мы хотим быть на связи с вами. Мы делаем эти программы для вас, и мы хотим говорить обо всем, что важно для вас, потому что Бог, Он не только наш Спаситель и Господь Церкви, Он всегда с нами в каждой ситуации жизни. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Увидимся через неделю. Мы делаем эту программу, чтобы помогать людям в их жизненных ситуациях и рассказывать им о Божьей любви. Если вы хотите стать частью этой работы и участвовать в строительстве Божьего Царства, то станьте партнером программы «О жизни». Напишите нам, и мы расскажем, как именно вы можете помогать в создании этих телевизионных программ.